Какие гости у вас будут, вы еще не знаете, да, 11 Ох, числа? Знаю. Знаете? Ох, знаю. Колитесь. Это будет прекрасный человек, и я на самом деле с ним довольно-таки давно работаю по совершенно другой стезе. Это будет Игорь Верник, и это будет Андрей Ургант. Понятно. Вот. Вот это неожиданно. Да, это Кстати, неожиданно. Кстати, вот это очень неожиданно, потому что вы же знаете, что проект сравнивали, проект «Девчата» сравнивали с проектом «Прожектор» Пэрис Хилтон, почившим в БОЗе. Потому что, ну, там мальчики, здесь как бы... Как бы девочки. И вот здесь возникает такой вопрос. Существует мнение, не я придумал, сразу говорю, что девочка придумала, медиа-идеолог Марина Виско, что не женское это дело порождать смешное. Что у женщины должно быть чувство юмора, то есть она должна понимать про смешное. А вот генерить смешное должны мужчины. Поэтому и, собственно, и нет вот стендап-комедианов, ну вот женщин, которые вот смешили бы. Как вы к этому относитесь? Как я к этому отношусь? Да. Знаете, во-первых, я считаю, что женский юмор, он есть, он своеобразный, но он есть, вы только что сами это сказали. Он совершенно другой, отличный от мужского. Наверное, не совсем правильно, чтобы женщина шутила как-то, ну совсем, понимаете, то, что позволено мужчине, в принципе, в жизни не всегда позволено женщине. Ну и наоборот. И наоборот. И это нас всех друг другу спасает, что называется. От этого мы друг от друга спасает иногда... Спасает и наоборот. И наоборот. А вот это все и наоборот обычно и делает жизнь интересной. Понимаете, в чем дело? А в этом смысле женский юмор, он... Ну, к примеру, моя мама была, я считаю, абсолютно с женским юмором. Ну, такое абсолютное воплощение... Ну, вот, женственности. Вообще, женственности и юмора вообще, да, в нем. Как и вы, это воплощение женственности. Так что здесь не совсем про юмор. Спасибо. Не совсем про юмор. Женственность – это не про юмор. Это абсолютно, это скорее Конечно. Что-то другое. Но хочу вам сказать, что я, к примеру, знаю, что я умею шутить и... И судя по тому, то есть вы умеете смешить. Я умею смешить. И я умею быть смешной. Я умею, знаете, юмор, женский юмор очень часто рождается даже больше от внутренней самоиронии. Вот это очень хорошее качество женского юмора, когда ты, в общем, должна говорить, что ты красавица, только очаровываешь мужчин, или, значит, как-то ты. Но ты при этом в этот момент совершенно это все делаешь с другим, другим неким оборотом, и рождается вот этот женский скрометный юмор, который так нравится мужчинам. Но мужчинам нравится, как мне представляется, женщины, которые умеют смеяться, и не обязательно над собой. То есть мужчинам нравятся женщины, которые могут оценить, как мужчины юморят. Вот это, мне кажется, существенно. Вы знаете, вообще для того, чтобы оценить юмор, в первую очередь нужны мозги. Как это я вот понимаю. В этом смысле, что в этом смысле женщина, которая смеется, и, ну, смеется в смысле на шутки, которые там тонкие, остроумные шутки, уверена, она всегда может породить свою собственную женскую шутку, которая будет, наверное, не настолько жесткой, как мужская, но при этом все равно будет смешной. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».